Женское здоровье в надежных руках. Одно из звеньев Московского областного центра охраны материнства и детства – гинекологическое отделение – славится профессиональными врачами. География пациенток учреждения перешагнула за черту столичного региона. Как в Люберцах лечат представительниц прекрасного пола, узнала Луизия Гизарян. Знаете, что когда вы нервничаете, у вас всегда будет обострение. Угу. Утро заведующей отделением начинается с обхода пациенток. Эти девушки уже готовятся к выписке. Позади неделя пребывания в больнице. Это большая удача была лечиться у нее, потому что она всегда утром зайдет, зарядит позитивом, всех нас тоже поддержит. А у Светланы Юркиной больничные будни впереди. Сегодня предстоит операция. Пациентка волнуется, но все же уверена. Она в надежных руках. Плохо себя чувствовала. Оказалось, что у меня киста. Лечение проходило около 2 лет. Потом Тамара Борисовна провели консультации и посоветовали удалить ее. Я попала к ней, я очень спокойна. Пока одна пациентка готовится морально, другая уже ждет на операционном столе. Женщина на 16-й неделе беременности. Задача гинеколога – предотвратить угрозу преждевременных родов. У нее шейка раскрывается раньше, чем должны наступить роды. Поэтому мы шейку укрепляем, накладывая циркулярный шов на шейку матки. Операция несложная, но ответственная. Сейчас в руках у врача здоровье мамы и жизнь ее будущих детей. Пациентка ждет двойню. Процедура продлилась чуть больше 15 минут. Ждем вердикт. Операция прошла удачно, успешно. Будем надеяться, что это повысит шансы этой пациентки доносить беременность и родить здоровых малышей. Сохранение беременности на ранних сроках – один из многочисленных пунктов работы гинекологического отделения. Здесь проводят любые виды хирургического вмешательства. При лечении пациенток врачи используют все методы современной медицины. Любая женщина, она прекрасна, индивидуальна и неповторима. Когда мы выбираем ей вид хирургического вмешательства по ее патологии, с которой она обратилась, конечно, в первую очередь мы стараемся выбрать малоинвазивную технологию и малотравматичную. И для нас принципиальное значение имеет скорость реабилитации, минимизация болевого синдрома, нарушение общего самочувствия, изменение качества жизни. Тамара Добровольская возглавляет отделение с 2003 года. За это время здесь вылечилось более 20 тысяч пациенток. Примечательно, что это не только жительницы Люберец и ближайших городов. Однажды сюда за помощью приехала женщина из Якутии. Врач признается, лечить представительниц прекрасного пола – мечта с детства. Женщина – это космос. Если с женщиной все хорошо, все будет хорошо с ее семьей, с мужем, с детьми. Поэтому я считаю, что лечить женщин – это большое счастье и большая ответственность. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.